спингом. Чук. Чук. Квангмури 없는데 자꾸 일만 시킬래요? Квангмури 부족합니다. Квангмур 대출은 불가능합니다. Так, надо что-то еще угарненькое сделать. Для этого нам придется, возможно, возможно, но не точно. Так. Посмотреть зерг юнитов. Так. Не знаю, что-то мне в голову никто не пришел пока. Надо, скорее всего, будет открывать гайд. Квангмури 부족합니다. Квангмур 대출은 불가능합니다. Опа-на. Квангмури 없는데 자꾸 일만 시킬래요? Квангмури 부족합니다. Квангмур 대출은 불가능합니다. Квангмури 없는데 자꾸 일만 시킬래요? Почему бы не воткнуть блайхату? Да. Какую? Терану? Терану, наверное, ее просто уничтожит. Квангмури 부족합니다. О, Теран даже вторую ставит. Очки. Квангмур 대출은 불가능합니다. Кстати, я без понятия, Лукасы вообще двигают трансляху или так сяк. Квангмур 대출은 불가능합니다. Вот на самом деле вообще без понятия. Просмотры двигают, ну, типа, я так и думаю, да. Что, ну, на самом деле, типа, за лайки всем спасибо. Я думаю, что так как оно, она не выходит видосом обычно, ну, такие длинные, на них, наверное. Хотя все равно, все, наверное, двигает потихоньку. В любом случае, блин, ребят, раз, что все тут собрались, прям очень круто. Прям очень-очень круто. Энергия 부족합니다. Energy up 하고 power up. Грызти их собаками. Ну пока не это. Судьба меня заставила проиграть только в этой. Где я проиграл вчера там? В серебре, по-моему, да? Вот. И пришлось думать над этой, над стратегией.
Ой, как комментатор недоволен, что крип не разливается. Так, что мне надо выучить? Выскочила рекомендация, супер, привет. Рад. Сейчас поднимаем зерга, пытаемся научиться играть за зерга. Вообще, конечно, я протос. Но ради спортивного интереса стоит и за зерга научиться. А какие апгрейды на квин работают? У них тоже две атаки, ближняя и дальняя. То есть, типа, три апгрейда на зергов мне надо, да? Так. То есть нам нужно реально три апгрейда на квин. Сейчас мы в тайминг попробуем попасть. Тайминг — это значит, что я нападу под апгрейды. Так, там мы видим мех, кстати. Против меха на меня газа надо будет много, наверное. Мутку? Можно мутку. Кстати. А, оберн живые, все, супер, спасибо. Теперь я немножко еще разобрался в зергах. Кстати, насчет моты прям хорошая идея. Так, ну что, поехали? Я думаю, еще беллинги, беллинги. Муталинга бейны. Да. Эй, Марики, 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 спокойней. Все, на сдачу попали. Так, квины, поехали дальше. Что происходит? Так, шпиль. Так, надо его похарасить. Квангмули пужок합니다. Квангмул дечурун бульганыгабнида. Так, харас, легкий харас. Иголь мопонео.
아군이 공격받고 있습니다. Так, я тут понял, что у меня немножко проблема одна. Это мне надо просто выжить здесь, да? Ну, шпиль сейчас доделается и выживем. Так, ну мы стали в продакшене, по идее, здесь он вообще беспомощен. Если Тора убьют, то вообще все будет нормально. Да, все, Тора убиваю, у него антивоздуха вообще нету нормального. Не, ну тут кины вообще непобедимые. У меня оберов посносил или не? Ну так, собирается. Ой, какой отхилил! Не, мута зарешала здесь все вопросы. Ну, он упорно пытается. Так, мне нравится, куда побежали рабочие. Все, квины, вы выполнили свою миссию. Надо теперь спасти плетку. Пожалуйста. Живи. Все, плеточка живет. Давайте еще одну базу займем. Да, тут ГГшечка. Сейчас квин вернем на базы, инъекции покидаем, и как бы все нормально. Там можно сделать уже следующие апгрейды, наверное. Можно было бы сделать, если бы я лейер не потерял. Так, что у него? У него еще продолжение банкеток, я понял, или как это? Ага, мулы, я же забыл, что я против Тирана играю. Смотрите, сейчас, давай, заряжай мута. Оп. Мне нравится этот недовольный кореец в комментаторах вообще. Ча, блин, лейер надо теперь сделать. Вот это вот косячок такой нежданный. Чтоб с этих не сдохнуть. С минок. Сколько там до лейра? Оп. Ну да, против меха, конечно, зазерга интересно. Такое необычная история, на самом деле. Можно очень легко потерять все. Квангмуры да сонненде, ури чинен го аничо? Квангмеги падак насмида. Так,
Ага, все, тут все собрал, да? Стояночка. Ну, он же не может, у него же не может быть больше ресов, типа, да? Он как бы, он должен, ну, все ресы свои закончить. То есть, откуда он вообще продолжает играть? Кому-то? Не, ладно, он ниоткуда не продолжает. Полетел к нам старпортом. Единственный минус меха, он не может размекрить Бейнов, да, то есть его как бы физически работа это просто бегать и умирать от Бейнов. GG.